Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 46, упражнение номер 11. Если сумму чисел 50 и 25 уменьшить на их разность, то получится 50. Сумма чисел – это сложение. 50 плюс 25 равно 75. А разность – это вычитание. 50 минус 25 равно 25. И если 75 уменьшить на 25, то есть из 75 вычесть 25, то получится 50. Значит, это высказывание является верным. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.